город тенью укрывает, провожая день. Возможно, что-то новое ты снова ищешь повод, и сердце замирает, просит перемен. Возможно, что-то новое. Мы забудем обо всем. Мы и так почти не спали. Новый день нам принесет. Возможно, что-то новое. Мы сегодня сможем все. Возможно, что-то новое. Нас пробирает до мурашек и свет многоэтажек. За собой зовет. Возможно, что-то новое. И нам уже не важно, что об этом скажут. Верю, что нас ждет. Возможно, что-то новое. Мы забудем обо всем. Почти не спали, новый день нам принесет. Возможно, что-то новое. Мы сегодня сможем все, то, о чем давно мечтали. Новый день нам принесет. Возможно, что-то новое. Возможно, что-то новое. Мы забудем обо всем. Мы так почти не спали. Новый день нам принесет. Возможно, что-то новое. Мы сегодня сможем все, то, о чем давно мечтали. Новый день нам принесет, возможно, что-то новое. Браво, спасибо за песню. Ну а всем же хочу напомнить, что эфир на нашем телеканале продолжает прямой эфир программы «Добрый вечер, Гомель». И вот я точно знаю, что же новый день, новый вечер принесет нам. Это новые встречи, новые знакомства, много новой хорошей музыки. Ну и, конечно же, хотелось бы задать вам, друзья, вопрос. Что же нового принес этот день вам? Ну а в гостях у меня группа «Бруклин Миди Войс», Артур Якушев, Юрий Сивко. Ребята, привет! Привет, привет, Саша. Как ваши дела? Что нового принес этот день вам? Ну, во-первых, что-то новое. Мы сегодня находимся в первый раз у тебя в студии. И еще, в первый раз мы в Гомеле. Да ладно? Ну, практически да. Мы здесь очень нечастые гости. И нам сегодня... И в основном проездом. Да, ты позвонил, и мы сразу же приехали тебе в гости презентовать свои песни и показать наше творчество. Это великолепно. Я думаю, что сегодня будет интересный и, главное, честный разговор. Много хорошей музыки. Ну, наверное, давайте обо всем по порядку. Вот. При каких же условиях и где случилось так, что в белорусском музыкальном пространстве появился новый музыкальный коллектив, появилось новое звучание, новая музыка, появилась группа «Бруклин Миди Войс»? Ну, во-первых, название как-то с нами, новое название, новое качество музыки наше появилось. Когда пришел ко мне Юра, искал нового солиста, им стал я. И группа зазвучала по-другому, потому что раньше группа была кавер
Юра, расскажи поподробнее. Да, раньше мы играли когда-то кавера, играли на корпоративах различных. Ну, все мы были молоды, нам нужны были деньги. Вот. И потом коллектив, когда разошелся, все разошлись по сторонам, я такой думаю, надо бы что-то сделать, что-то новое, создать какой-то коллектив уже именно авторской музыки. Я начал писать песни, потом прогулялся по городу в нужные места и нашел Артура. Это как-то странно звучит. Я прогулялся и нашел Артура. Вот я иду, он такой сидит, такой, думаю, почему бы нет? Грустит. Наверное, певец. Ну, да, вроде певец. И вот в преддверии того времени, что мы сейчас выпустили альбом, и мы выпустили новое название, потому что мы были раньше просто Бруклин, а сейчас мы Бруклин Миди Войс. Что такое Миди Войс? Бруклин Миди Войс. Миди — это музыкальный сигнал электронный, а войс сокращенно от названия вокала. Такая как игра слов даже больше. Да. Там как бы Z на конце, но теперь, немножко как будто с ошибкой. Теперь вот. В медиапространстве всего мира мы единственные. И неповторимые. И неповторимые. Ну да, медиевость такого слова нет. Да. Друзья, я спешу напомнить, что, как всегда, мы работаем в прямом эфире, а это значит, что вы можете позвонить к нам в студию. Номер телефона указан где-то здесь, внизу на ваших экранах. Давайте общаться. Думаю, что со временем за этот эфирный час, который мы вместе проведем на телеканале «Беларусь 4», у вас появятся вопросы к нашим сегодняшним гостям. Ну а также не забывайте о том, что наш Viber уже готов принимать ваши послания. Так что не стесняйтесь, пишите. Ну, во всяком случае, рассказывайте, что же нового принес этот день вам, вот как в композиции, с которой начался наш сегодняшний добрый вечер. В общем, давайте общаться. Ребят, продолжим историю коллектива, историю создания. Ну, хорошо, с каверов как бы много кто начинает, потом все-таки приходит своя авторская музыка со своими текстами, со своими мелодиями. Ну, вот сколько лет назад образовался коллектив? Ну, кавер-бенд который или конкретно уже с Артуром вместе? По-моему, со мной лучше считать, потому что это да, лучше начинать с Артуром, потому что все-таки то, что было раньше, это были другие люди, другая музыка. Да вообще было все другое, в принципе, только ну я там разве что был. Вот. А с Артуром мы начали с тобой в 16-м году, кажется, да? Да, в 16-м. Да? Скоро будем юбилей отмечать. Пятилетие. Да, года через два. Да. Ну, вот смотрите. В 16-м году, уже на тот период времени, было достаточно на белорусской сцене много коллективов разных стилей и направлений, и это и рок-музыка, и поп-музыка. И каждый, собственно, начинает борьбу за свое место под софитами. Не боялись ли, что можете кого-то повторить или на кого-то быть похожим? Знаете, это сейчас, знаешь, Саша, впервые прозвучит это признание, потому что когда первый раз пришел ко мне Юра, я подумал, что это за музыка, что он принес? Какие-то непонятные ритмы, какие-то непонятные мелодии, непонятные аранжировки. Но благодаря нашему времени мы не абстрагировались, не смотрели на кого-то. Мы смотрели только на себя, потому что Юра принес в мою творческую биографию конкретно новое звучание, новые аранжировки, все по-новому. То есть и мы с годами уже на протяжении 3-4 лет каждый раз друг друга, между прочим, усовершенствуем. Как Юра в аранжировках, в мелодиях, в песнях. И мы отличаемся, мы не похожи ни на кого. Вот сегодня увидите наши клипы, сегодня мы презентуем 3 клипа. Так что вы услышите немножко в другом формате, не только в акустическом, не в акустической версии. Но когда ты делаешь свое, авторское, то бояться того, что кто-то тебя примет или не примет, или ты чье-то место занимаешь, не стоит. Ты уже занял свое место. А, Артур, ты вот сказал, что когда Юра пришел со своими музыкальными идеями, предложениями, столько мыслей было, что это за ритмы, что это за музыка. Да. А вот на какой ты музыке воспитывался и вот... Мне страшно признаться, Саша, на какой я музыке воспитывался, потому что Юра искоренял эту музыку, потому что, к сожалению, мой вкус, да простит меня Николай Басков, я первые свои творческие шаги делал в академической музыке, пародируя Баскова. Да ладно? Да. А можешь немножко спеть? Я пел немножко по-другому раньше. Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей.
Ну, как-то так. Я вот иду, такой думаю, слушай, какой-то пацан в переходе поет. Вот так у нас. Я серьезно тебе говорю, и как бы мой вкус был не такой европейский, потому что Юра совершенно абстрагируется от белорусской, российской музыки, более на западную, с своим таким оттенком своего композиторского видения этих песен. И вот, и он искоренял из меня баскова. А я прививал ему профессионализм. Вот так мы и подружились. Вы сейчас коллектив из города, из прекрасного города Гродно. Ну вот я немного нашел фактов о тебе, Артур. Родом ты... Я так много чего много рассказал. Родом ты из Могилева. Да, я могилевчанин. Как получилось так, что могилевский парень оказался в Гродно? Между прочим, я должен был у вас, кстати, учиться. Серьезно? Соколовского, но меня... педагоги не рассмотрели, а зря. А гродненские меня с руками и ногами забрали. Как бы я поступал в... Дело в том, что у меня нет вообще музыкального образования до того, как началась моя творческая карьера. Ни школы музыкальной, ничего. То есть я когда приходил в Соколовского, я вокал сдавал на 9, а сольфеджио я сдавал на 2. И меня в университете не приняли в Соколовском. На следующий год я поехал в Гродно, там меня как алмаз отшлифовали. Разглядели во мне большой потенциал, я сдал вокал на 10 и начал учиться и образовываться как артист, музыкант, певец. Вот. А Могилев у нас красивый, очень приезжайте в Могилев. Я уже давно там не был, кстати. То есть Могилев можно смело называть твоя малая родина. Да, да. И, кстати, там все отмечали мы буквально 15-летие в студии эстрадной, где я занимался. Шикарнейший зал. У них сейчас построили, так что сейчас в Могилев можно приезжать и давать очень хорошие, большие концерты. Но вернемся к музыке. История создания коллектива Brooklyn Midi Voice. Вот помните, к примеру, свою первую совместную репетицию? Ну, скажем так, творческий художественный совет. Какие вопросы обсуждались? Как определялся музыкальный стиль коллектива? В каком же направлении двигаться? Что играть? Там, что на тот момент нужно слушателю? Да, сейчас я расскажу чуть-чуть, а потом ты немножко дополнишь. Потому что я со своей стороны расскажу, а ты со своей. Действительно, когда Юра пришел с своими песнями, я действительно думал, что такое. Я не понимаю этих ни ритмов, я не понимаю этой мелодии. И в истоках именно со мной работы как солиста мы были с Юрой только вдвоем. Больше никого не было, мы не набирали музыкантов живых, мы никого, то есть Юра приносил свои аранжировки, и мы вот вдвоем вечерами корпели, он учил меня, нет, здесь не надо так петь, здесь нужен другой ритм, ты должен, то есть он меня образовывал и как-то сказать по-человечески, обращал в свою музыкальную веру и свое видение песен, так что, а ты как, что там у тебя было? А я пришел такой, думаю, вот нормально поет вроде, я думаю, давай-ка подтяну к себе в группу. Вот, принес первую песню, это была песня «Дорога шаги», да. И сегодня мы покажем видео с ее исполнением. Вот, и начали учить ее. Конечно, было, ему действительно было непривычно, в таком стиле он не работал, но в целом как-то потом дошли до студии, пошло-поехало, и да, все теперь хорошо. Мир не без добрых людей. Еще такой интересный факт. Правда ли, что в детстве тебе сказали, что никакого таланта вообще в тебе нет? Да, было такое дело. Я уже это забываю, честно, в том смысле, что... Прости, что напомнил. Я в том смысле, что на протяжении своей уже такой долголетней творческой жизни все, что не делало, что мне делали больно, то делало меня сильнее, к счастью. И я действительно был таким покладистым ребенком, который я приходил в студию и говорил, можно я у вас попою? Научите меня, пожалуйста. А мне говорили, мальчик, отойди от микрофона, у тебя нет ни слуха, ни голоса. Теперь эти люди, конечно, я с ними общаюсь, я с ними дружу, и, конечно же, они, когда видят меня на телеэкранах, особенно в Гомеле, вот вам большой привет. Так что, нет, я не со зла совершенно, я только с тем, что меня это сделало сильнее. Так что был такой период в моей жизни, который дал мне мощный творческий толчок. Ну, а это как-то связано с тем, например, что, ну, запел ты тоже не с детского садика, и даже не с детского, я запел очень поздно, для вокалиста. Лет 15-16, да? Ну, это ж, там же причем ломка голоса. Да. Я по первому образованию лесник-егерь. У меня 3 образования. Да ладно. Я серьезно говорю тебе. И там как раз-таки я вот в этом колледже. И, извини, перебью. Юра, а ты кто по первому образованию? У меня единственное образование. Я с музыкой никак не связан. Я экономист. Ну, я по первому образованию столяр-модельщик по деревянным моделям. Мы с
встретились. В Гомеле мы встретились. Да, и там замечательная женщина Люнтова Жанна Александровна, я передаю вам большой привет, я обожаю вас, я всегда это говорю, потому что она говорила, что ты уйдешь и забудешь меня. Я пришел к ней ужасно поющим, и она из меня огранила и дала мне путевку в творчество. Я знал с маленького детства, что я буду петь. Я где-то с 4-3 лет я знал, что я буду артистом. Мне сказали, закончишь одно образование какое-то второстепенное, не связанное с музыкой, а потом иди в музыку. Я что и сделал, там меня увидели, и я уже... Каюсь, я закончил колледж ужасно, с четверками, с тройками, но в музыке потом я очень успешно учился. А впереди еще много интересных историй, много которые расскажем. Нам предстоит узнать про группу Brooklyn Midi Voice, про тебя, Артур, в частности. Но давно не было музыки у нас в эфире. Следующая композиция, даже не композиция, видео на песню «Притяжение». Да. Расскажите немного об этой композиции. Юра, начинай, потому что об этой истории. Все идеи клипов принадлежат Юре. Дело в том, что когда я пишу песню, она у меня почему-то рисуется сразу с картинкой. Причем вот не то, что там какие-то образы, а вот прям вот реально вот весь сюжет сразу. И вот «Притяжение», на самом деле, песня, идея родилась... Ну, я на бильярд шел поиграть на самом деле. И вот иду, и мне в голове начинается вот это «между нами притяжение». Я такой, ух, ничего себе, надо быстренько мобильник взял, намычал. Поиграл в бильярд, конечно, естественно, мелодию забыл, но мобильник потом спас. Диктофон решает во многих ситуациях. Вот, и я потом написал песенку, мы ее записали и принялись снимать клип. Но клип там получилась целая история. Ну да, там получается клип, можно сказать, делится как бы на две части. Там первая половина, она идет, по сути, группа играет, и вот там мальчик с девочкой, ну, главный герой, сейчас посмотрим, они там что-то вот делают, хулиганят по мелочам, потом, естественно, постепенно их хулиганье такое доходит до уровня повыше. Ну, скажем так, противоположности притягиваются. Да, там именно противоположности. Там показана, да, такая девочка, которая шила в одном месте, и мальчик, который скромного. Такой вот домосед такой полностью, никуда не выходит, сидит только телевизор смотрит. Вот. Она его прям в халате там вытащит и в тапочках кроликах по улице ходить. Как проходил кастинг на главные роли? Сейчас, Юра, подожди, перебью. Даже моя жена этот кастинг не прошла. Она очень просила сильно, так что, любимая, тебе большой привет. Зато тебя по телевизору упоминаю, как ты просила. Да, даже жена моя не прошла, Юра какой-то свой кастинг устраивал. Слава богу, что я хоть попал туда. На самом деле, с девушками немножко было попроще. Как-то вот, когда выбрасываешь зов о том, что надо модель там или еще что-то, для съемок. Как-то предложений побольше. Девочки, наверное, как-то раскрепощеннее в этом плане. Они готовы посниматься. Вот. Естественно, я выбрал такую самую кривляку, которая могла... Ира, привет. Мы всем привет. А вот с мальчиками немножко было сложнее. Дело в том, что мне отписало всего пару человек. Вот. И, естественно, я вот как не смотрел, как не разговаривал с ними, но вообще никто не подходил на роль домоседа. Вот, потому что, ну, даже им очки одеваешь, они даже все равно не смотрятся. А потом персонаж главный все-таки меня отписал. Чисто случайно вообще, я прям уж удивлен был. И у него фотография была прямо в очках. И он мне напомнил, вот есть сериал такой, «Отбросы», известный сериал такой есть. И там был такой Саймон. Да, он тоже в очках, он такой тоже такой интроверт, он вообще ни с кем там не общается, его там практически не замечали. И я увидел на фотографии этого парнишу в очках, и мне он сразу вспомнил этого Саймона. Я такой думаю, все, это будешь ты. Я думаю, что самое время уже увидеть видеоклип. С огромной радостью хочу представить видео на композицию «Притяжение», группа Brooklyn Midi Voice. Давайте посмотрим. Thank you.
звучит. И очень согласен, может быть. С тобой брожу ночами, километры под ногами, но не могу себя остановить. Схожу с ума, как вечно пьян. Почти не сплю, ведь ты мой дурман. И словно мне 16, я за тобой лечу, как птица. Но есть одно но, мне скоро 30. Между нами притяжение, словно голова кружение. Табачный дым, быть молодым, все может быть таким простым, но это другое измерение. Словно мартовский кот, хвост трубой, готов делать глупости без перебоя. Но только с тобой, и словно мне 16, и не могу я измениться. Но есть одно но, мне скоро 30. Между нами притяжение, словно голова кружение. Табачный дым, быть молодым, все может быть таким простым, но это другое измерение. Притяжение. Друзья, добрый вечер. На нашем канале продолжается. Сегодня у меня в гостях великолепные артисты, прекрасные музыканты. Наши гости из Гродно, группа Brooklyn Midi Voice. Еще раз привет. Привет. Здорово. И вы знаете, друзья, есть... Ребята привезли с собой вот такую прекрасную майку, причем полный эксклюзив с логотипом, названием группы Brooklyn Midi Voice. Кому-то из вас, я попрошу режиссера покрупнее показать ее, кому-то из вас достанется вот этот вот прекрасный подарок, но не просто так. Как всегда, есть у меня для вас вопрос. Вопрос сегодня будет о нашем любимом прекрасном городе
Так что внимательно слушайте. Вопрос об одной из улиц. Сама по себе эта улица очень красивая. Начинается она с пересечения с улицей Советской. Эта улица небольшая, но она хранит в себе большую историю всего города Гомеля. Первые современные постройки были замечены в начале 19 столетия. Сперва улица называлась Боярской, так как находилась неподалеку от Боярского спуска. Внимание, вопрос. О какой же улице идет речь? Напомню, что ваши варианты ответов мы принимаем только по телефону. Звоните к нам в студию, давайте будем общаться. Ну и пока... Желающие выиграть майку будут там дозваниваться. К сожалению, мы не знаем этой улицы. Мы не живем в Гомеле. Ну, кстати, первый раз в городе уже до эфира как-то успели походить, посмотреть, чуть-чуть, погулять? Немножко. Вас... Первое впечатление, которое производит город над Сожем. Слава богу, не сдуло. Таким ветром-то у вас в Гомель встречает. Ну, оранжевый уровень сегодня объявлен по всей стране, так что это не город виноват. Да, а так хороший, милый, красивый город. Во-первых, весь в зелени, теплота, уютно. Ну, нам понравилось. Я даже сегодня отметил, Юрий сказал, что у них цирк есть, а у нас здания цирка нет, у нас только, к сожалению, приезжие цирки. Вот, так что приезжайте в наш город почаще. Цирк, наш цирк. Артур, а кем ты мечтал стать в детстве? Артистом, певцом. Да ладно? Да, я тебе уже говорил об этом. Я в 3-4 года я знал, что я буду артистом. Не, ну, в 3-4 года все дети, ну, как бы, одна из, скажем так, одно из желаний там, стать актером, стать артистом. Каждый пробовал петь в расческу перед зеркалом. Было такое? Да, в дезодорант. В дезодорант. Девочки обычно поют в расческу, мальчики в дезодорант. Да, просто солидный микрофон. Я помню, я стоял около, очень отчетливо я помню тот момент, когда я просто-напросто стою напротив телевизора, и я вижу сцену, это была там какая-то передача шла, и показывали музыкальные номера. И я получил неимоверное удовольствие от того, что там происходит, и я понял, что я буду там. Пусть это не, как бы звучит интересно и мистически, в том смысле, что ну что может ребенок в 3-4 года понять, чего он хочет. Вот я в этом возрасте понимал, что я буду артистом. Мне говорили нет, а я говорил да. Угу. Песни, которые я пел в дезодорант, помнишь? Во-первых, в то время... Ну, с Басковым историю мы уже разобрали, да. Разобрали. В садике наша воспитательница очень любила крутить пластинку Аллы Борисовны Пугачевой. То есть, ну, я ее не пел песни, но мне очень нравилось слушать. «Миллион алых роз». Как бы не ошибиться в дискографии, сейчас не ляпнуть, позови меня с собой. Но в то время она еще не вышла. Много песен услышал тогда. Ну, как бы... Ничего, то помню, кривлялся. Мы же все дети. Там сказать, что определенно что-то я не помню уже. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, кто же присоединился к нашему доброму вечеру. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Откуда звоните к нам? Еще раз. Здравствуйте. Звоню из Гомеля. Зовут меня Алексей. Здрасте, Алексей. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях группа Brooklyn Midi Voice. Вот они начали наш вечер с прекрасной композиции «Что-то новое». Что-то новое, да. Вот, что нового произошло необычного у вас за сегодняшний день? Делитесь с нами. За сегодняшний день что нового? Жара отменилась. Прохладцы. Это великолепно. Все, это все, что новое произошло за сегодняшний день. Ну, и я так понимаю, звоните вы к нам не просто так, а с вашим вариантом ответа на наш вопрос. Да, да. Я хотите, я вам повторю вопрос, потому что вопрос с историей, как говорится. Да. Речь идет об одной из улиц нашего красивого города. По описанию ее нужно угадать. Сама по себе эта улица очень красивая. Начинается с пересечения с улицы Советской. Сама по себе она небольшая, но хранит в себе большую историю всего нашего города. Первые постройки были замечены в начале 19 столетия. Сперва эта улица называлась Боярская. О какой улице идет речь? Ваш вариант ответа. Алло. Выскочила из головы. Ну, давайте еще раз. Да. Боярская называлась эта улица, так как находилась неподалеку от Боярского спуска. Ну, давайте сразу отбросим все длинные улицы, оставим одни маленькие короткие.
Алексей, вы с нами? Да, пытаюсь вот вспомнить улицу данную дальше. Выскочила из головы, надо же было так. Дождал, понадобится. Ну, может, кто-то рядом там подскажет. Так, сейчас, по-моему, Белецкого. Но... Правильно угадал? Ну, вот вы так сказали. А какие варианты у вас еще есть? По-моему, Белецкого. Ну, из самых маленьких улиц, как бы так, в центре, то, что подходит. Это единственный вариант, да? Да, другие как бы не приходят в голову. А можно вам еще вопрос такой? А одежду какого размера вы носите? Размера большого, 54-го. Угу. Ну, что я вам хочу сказать. Мы аплодируем вам. Это абсолютно правильный ответ. Вот как эта улица выглядит сегодня. Я попрошу режиссера дать картинку прямо на экран. Ну и вот улица Белецкого. Фото сделано буквально сегодня перед дневным дождем. Ну а эта майка с логотипом Brooklyn Midi Voice достается вам. Так что оставьте ваши координаты нашему редактору на телефоне и... Завтра приходите, забирайте ваш подарок. Вот так вот, ребята. Вот мы рады, что частичка Brooklyn Midi Voice останется. Вот я только хотел об этом сказать. Не только в телевизионном формате, но и майка достанется хорошим людям. Замечательно. Великолепно. Хотелось бы немного музыки добавить в наш эфир. Майку разыграли, теперь, наверное, можно и песен попеть. Композиция «Дорога, шаги» есть также в вашем репертуаре. И, если у меня верная информация, видео, снятое на эту композицию, стало вашим дебютным. Да. Да, именно так и было. Она стала, кстати, «Дорога, шаги» стала первой песней, которую принес Юра мне для ознакомления с его творчеством. И эта песня же стала одной из моих любимых и одной из первых из наших видеоработ. Идея видео кому пришла? Ну, когда мы начинали снимать вот это вот первое вот самое видео, я как-то думал, нас было только двое на самом деле. И показывать группу, ну, два человека всего. Мы решили сделать такой вот, как это называется сейчас, мюзик-видео. Не то чтобы клип, а вот просто мюзик-видео. Как вот красивый фон, красивый рояль, мы красивые, освещение. Вот, в таком формате решили записать. И очень остро стал вопрос, а где это сделать? Ведь то и роялей-то не так-то много, еще и с хорошим логотипом. Вот. И комнат, чтобы было полностью черное, тоже не так-то много. Но мы выпутались, мы купили порядка 120 квадратных метров черной ткани. Ух ты! Вот. Нашли в колледже музыкальном, Гродненском, рояль. И завесили, получается, всю комнату вот, со всех сторон. В принципе, в интернете есть даже видео, как мы это делали, как мы это все завешивали. Бэкстейдж. Да, в ускоренном темпе, конечно, потому что длилось это на самом деле несколько часов. Это завесить все стены, это было ну, достаточно тяжело. И та же пол, кстати, застилали. Причем это мы все делали. Да, это не мы приехали на съемочную площадку. Да. И какие-то специально обученные люди, декораторы, все это для вас подготовили. Нет, это... Да, вот один декоратор, вот декоратор, второй декоратор. Да, славные мои руки, и все, мы вместе все творили. Потом нас телевизионщики спрашивали, где-то вы такую черную студию нашли. Ну. Мы говорили, ткань у нас есть, поможем, если захотите. Еще осталось, да, под кроватью лежит. Я думаю, что уже пришло время увидеть это видео и в нашем «Добром вечере» на телеканале «Беларусь-4». Группа Brooklyn Midi Voice с композицией «Дорога, шаги». Давайте посмотрим. Пусть мир падет к твоим ногам, и так же, как и все, я рухну на колени. И чтоб увидеть взгляд твой на мгновенье, молиться буду я богам. Но день, ночь прочь, мне уже все равно, как в том кино про казино, где ставка жизнь, а сыграла зеро. Не надо слов, мне больше ничего не надо, мне лишь бы быть с тобою рядом. Но все за нас решено, следы твои на
песке, на остывшем пепле. Заносит ветром дорога шаги. Где ты, с кем, что с тобою? Зато позади наши будние вздоры, созвездий далеких манящие взоры. Как жаль, что сейчас ты не здесь. Ты не здесь, не со мною. Свет от огня, что зовет меня, что убьет меня. Но я дым, лишь дым от твоей удачи. Хоть больно мне, но я не заплачу. День, ночь, прочь, мне уже все равно. Как в том кино про казино, где ставка жизнь, а сыграла зеро. Не надо слов, мне больше ничего не надо. Мне лишь бы быть с тобою рядом. Все за нас решено. Следы твои на песке, на остывшем пепле. Заносит ветром дорога шаги. Где ты, с кем, что с тобой? Зато позади наши будние вздоры, созвездий далеких манящие взоры. Как жаль, что сейчас ты не здесь. Шаги, где ты, с кем, что с тобою? Зато позади наши путние взоры, созвездий далеких манящие взоры. Как жаль, что сейчас ты не здесь. Ты не здесь, не со мною. Друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Отправляйте ваше сообщение к нам на Viber. Ждем ваши послания. Ну и, конечно же, звоните к нам в студию. Давайте общаться, рассказывайте, что же нового произошло сегодня у вас, чем запомнился этот день. Мне вот он запомнился тем, что ко мне сегодня в гости приехали прекрасные музыканты из города Гродно, группа Brooklyn Midi Voice. Замечательная песня, хороший клип, тем более мы уже знаем историю, с чего все начиналось и да, как это все оформлялось. Артур, а ведь ты, кроме того, что занимаешься музыкой, сам поешь, гастролирует ваш коллектив, ты еще ведешь и музыкальную студию, воспитываешь юных маленьких звездочек. Да, у меня... И театральные сцены в том числе. Ну, театральные в меньшей степени, потому что педагог по вокалу включает в себе и работу на сцене с образом, с мыслью передать эмоции, чувства, песни. Да, у меня есть эстрадная студия, Гродненский государственный аграрный университет. Сегодня, ребята, я всем передаю привет. Ваш преподаватель сегодня в Гомеле. Люблю вас, обожаю. Да, мы с ними работаем, и уже на протяжении, если не соврать, 5-6 лет я работаю педагогом по вокалу. А расскажи немного о своих воспитанниках. Ну, они вот получают профильное образование, вот как Юра учился в аграрном университете, но только ко мне не ходил, не попал. Он ходил к другому педагогу. Еще тогда учился где-то. Да, я еще учился.
Ну как, участвую много в конкурсах арт-вакаций, республиканских конкурсах общественной жизни города Гродно. То есть вот они занимаются, приходят, не имея никакого музыкального образования. Мы полностью с нуля начинаем и вот работаем с студентами университета. Великолепно. Сам в шоке. Еще хотелось бы поговорить, знаешь, о чем? Вы прошли кастинги на шоу «Голос». «Голос», да. Я участник седьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале. Ну, как бы я имею право называться участником, потому что первый кастинг отправки анкеты я прошел. Меня вызвали в Москву, позвонили, сказали, мы вас поздравляем, вы прошли. Приглашаем вас в Останкино на предварительный отбор для того, чтобы уже пройти на слепое прослушивание. Вот, первый этап я прошел, во второй я не попал. Вот, но это для меня был очень большой опыт, который ни с чем не сравнить. Как бы оказаться могилевчанину в Останкино — это очень круто. Жалко, конечно, что я не смог представить авторские песни, потому что шоу «Голос». Формат работает только с перепеванием, с кавер-версиями песен. А так, для меня это большой опыт, и я, надеюсь, стану участником восьмого сезона, потому что заявку я тоже отправил в этом году. Слушай, но группа Brooklyn Midi Voice уже достаточно известный коллектив, гастроли, клипы. Вот на подходе выход дебютного альбома вас знают, любят, ждут. Зачем еще? Я хочу группу и Юру забрать в Москву. Потому что если медийное пространство Первого канала дает тебе возможность сразу же выйти на рынок Москвы, России и уже состояться творчески, именно на пространстве московских сцен. Вот. И, конечно же, почему бы? Все Якушева узнают, это же хорошо. Между прочим, друзья, не выхода, а вышел у нас альбом, который под названием «Позитивно». Вы можете его скачать на всех медийных площадках Apple Music, Яндекс Music, их много-много-много. Мы везде его презентовали. Заходите в группу ВКонтакте к нам, скачивайте, слушайте, комментируйте. Для нас это очень важно. Так что... Минутка рекламы. Музыку, стихи пишете сами? Все пишет Юра, не имея при этом никакого музыкального образования. Не, ну почему? Есть там, в младших классах я занимался. Ну, там ему давали там подудеть дудочку. Не, на самом деле в детстве занимался немножко пианино и даже пел в хоре. Даже гастролировали когда-то, правда, был туда в классе пятом, наверное. Даже в Германию ездили когда-то. Вот. Ну, как-то потом от музыки ушел. Вопрос немного не о том, как рождаются песни. Саша, вы точно хотите это услышать? Все очень по-разному. Я даже вот задумался, как вот так вот цензурно ответить. Нет, банально все из жизни. Да, на самом деле. Каждая ситуация в жизни. Да, ведь все мы вот какой-то вот опыт черпаем, и этот опыт переносим потом. Кто-то на стихи, кто-то на музыку. Даже вот аранжировка какая-то. Вот иногда вот слышишь, там какая-то скрипка на заднем фоне играет. Она у тебя может ассоциироваться с кем-то. Даже конкретно с человеком точно каким-то, которое имя даже ты можешь назвать. Вот примерно так вот. Я наверное, думаю, так у всех рождается. Причем он приходит мне и рассказывает, вот я сочинил ее вот так, у меня была такая ситуация, вот с таким посылом именно нужно ее и петь. То есть, Юра, иногда у нас по тексту мы иногда делаем правки, чуть-чуть небольшие. Точнее, я делаю их правки на сцене, я любитель забыть слова. Потом Юра мне делает выговор, говорит, ай-яй-яй, как же так можно? Вот, кстати, да, я наслышал о том, что солист группы Brooklyn Midi Voice периодически может поменять текст на сцене. Как это происходит? Причем профессионально я понимаю, что я забыл слова, причем я их в рифму сочиняю. О тематике песни все же, о любви, ничего криминального. И вот я сочиняю, я смотрю только боковым зрением на Юру. И смотрю, Юре это не нравится, но поделать уже нечего. Артисту невозможно встать и сказать, ну, подождите, сейчас я пока слова вспомню. Нет, я на ходу быстренько придумаю слова и
феноменально, я могу сказать, выкручиваюсь из ситуации. Вот если уже затронули сценические пространства, у каждого человека, у каждой творческой личности есть какие-то свои приметы профессиональные. Например, у театральных, у актеров, у всех театралов, если, не дай бог, упал сценарий, на него нужно присесть. Вот у артистов, которые исполняют музыку, работают на сцене, у вас какие в группе есть приметы? Приметы? Первая примета, Саша, хочу тебе сказать. Приезжаешь на площадку, если выполнил райдер, то значит концерт пройдет хорошо. А еще есть хорошая примета. Забыл порепетировать, плохо сыграл. Да, плохо сыграл. Но прежде всего это профессиональная составляющая. Это распеться, это подготовить оборудование к работе. А ничего такого криминального, хоть табун кошек будет бегать передо мной, мне будет все равно. Мне главное, чтобы... И хорошее... Но самое главное, я считаю, это хороший зритель. Хорошая примета, то, что мы получили от зрителя удовольствие, и зритель от нас получил удовольствие. Особенно в авторской музыке, потому что нашу музыку не все знают, но она крутится на радиостанциях, но приезжает, давая сольный концерт часовой, очень тяжело людей расшевелить. У нас, к счастью, это получается даже в очень таких стесненных обстоятельствах мы это выполняем. Есть какой-то секрет? Но публика бывает разная. Да, и очень. С каждым годом люди, которые приходят на концерт, их нужно чем-то удивить. Удивить, да. А сейчас мир шоу-бизнеса настолько... Наверное, всегда в песнях очень интересная вещь, я часто это использую, это интерактив. То есть, если в песне, например, поется «Е-е-е», на второй раз ты слышишь, тебе уже начинает это нравиться, на третий раз ты начинаешь подпевать. Я достаточно во многих песнях использую какие-то интерактивы и даже слова, которые могут повторяться. Это очень, кстати, хорошо срабатывает, потому что зритель чувствует себя частью какого-то такого тоже вот выступления. И мне кажется, вот это вот самая главная фишка. Да, у нас получается это делать. С нами поют, причем с первого концерта. Да, причем бывает так, что песни вот первый раз вот только отрепетировали, пришли ее, да. И вот уже первый припев Артур спел, второй припев уже люди поют. Как бы даже вот это, такие вот моменты были. И есть. Каждый концерт это так и есть. Вот понимаете, вот час в эфире, без малого час, мы с вами говорим, обсуждаем разные темы, затрагиваем всякие вопросы. Вот даже название альбома позитивно отражает все ваше настроение. Но слушайте, вы же тоже, несмотря на то, что артисты живые люди, бывает и, скажем так, настроение не очень. И вот бывает такое, что стоишь за кулисами и понимаешь, что тебе выходить на сцену и дарить людям позитив, счастье, а его нет у тебя у самого. Вот ты понимаешь, что ты реально не хочешь идти на сцену. Как быть? Как быть? Выходить. Все-таки наша... Что бы ни случилось у артиста за спиной, я не знаю, там что-то болит, что-то... Не... Температура. Я выходил с температурой и с настроением, когда нет настроения. Но все-таки зрительская какая-то энергетика, которая тебя просто воскрешает на сцене. Ну, да. Если ты чувствуешь, что это интерактив, и ты начинаешь общаться, и зритель в тебе нуждается, то все встает на свои места. Были ли у меня на гастролях в Китае такие моменты, что мне не хотелось выходить, потому что был человеческие силы, все равно они как-то и есть какой-то исход, когда все же ты не можешь выходить. И если у меня верная информация, во время работы в Китае за 30 дней, ну, порядка 30 концертов. 27 концертов за месяц. То есть это по большому счету? В разных городах Китая, с перелетами, переездами. Даже не было выходных дней? Ну вот, посчитайте, буквально там 4 дня было выходных. Когда это получался день сурка. Самолет, чемодан, саундчек, концерт, чемодан, самолет. Как музыканты группы Brooklyn Midi Voice восстанавливают свои силы? Юра со мной не ездит на гастроли. Мы не Бруклином ездим, я езжу как солист, выучивая китайские песни. Серьезно? Я пою на китайском, да. Ты выучил, а можешь что-нибудь акапельное? Вот, я так и знал, что ты... Что ты попросишь. Ну, да, этот, можно вам? Гомель, услышите. Ну, смотрите, есть такая песня, «Усувай» называется. «Усувай, шеран шечете, яго да шимфу, шинда заме». Не буду петь, это очень долгая песня. На ходу придумал слова. Не-не, там, да, вот такие. Краткий перевод, о чем была эта песня? О любви, все о любви, они все... Классика жанра. Да, да.
свои песни, песни вашего коллектива. На кто те люди, которые первые их слышат, на ком вы, скажем так, их тестируете, проверяете их реакцию, и кто вам скажет, хорошо или где-то что-то надо доработать? Юр, кто у тебя? Ну, вообще, как бы друзья наши, они обычно встречаются с нами на студии звукозаписи. И я вот помню, когда вот мы записывали песню «Притяжение», если честно, все сказали, что не надо ее выпускать. Вот прям поголовно. Не было ни одного человека, кто сказал, надо ее выпустить. А я такой, а нет, мы все равно ее сделаем. Немножко, конечно, прислушались к совету друзьям, кое-что изменили. Но сделали, выпустили ее. И, кстати, на радиостанции ее взяли, в принципе, достаточно неплохо. А у меня самое главное, что семья говорит? Критерий у меня — это моя любимая дочь. Если она после моих многочасовых репетиций дома, она также присутствует, если она потом подпевает «Между нами притяжение, е-е-е», значит, песня будет хитом. Вот самый главный критерий. Да, я нахожу, она... Фокус-группа. Да, причем мне в садике воспитательница сказала, ваша дочь не хочет учить песни, которые мы даем. Она ваши поет. Папина песня. Папина песня. Все, значит... Папина дочь поет папины песни. Да. Друзья, сегодня у нас в гостях группа Brooklyn Midi Voice. Буквально через несколько мгновений встретимся. Есть еще некоторые вопросы, на которые мы бы хотели получить от наших гостей ответы. Не переключайтесь. Наш эфир продолжается. Буквально несколько мгновений осталось до завершения сегодняшнего прекрасного вечера. Еще столько вопросов у меня к моим сегодняшним гостям. Группа Brooklyn Midi Voice, город Гродно, сегодня у нас. Ваш альбом, название само за себя говорит, позитивно. Что вкладывали в это название и о чем он? Как мне Юра объяснял и рассказывал. Да, Юра? Я не понял, много чего говорил. О том, что позитивно, что бы у тебя в жизни ни случилось, какая бы ситуация ни приключалась, тебя выгнали с работы, тебя бросила девушка, много-много ситуаций в жизни бывает, мы все люди, невозможно постоянно ходить и улыбаться, но нужно себе всегда говорить о том, что ты сможешь все, ты поднимешься, ты лучше всех, и у тебя в жизни будет все позитивно. Именно об этом наша музыка и наш альбом, в частности. Слушай, ну, прозвучало просто как хороший совет, как прям вести толчок себя в любых жизненных ситуациях, в любых ситуациях, как говорится, что меня жизнь к этому не готовила. Оставаться на позитиве, сохранять хорошее настроение. Да, да, да. Как собираетесь провести это лето? Также позитивно? Это лето, да, позитивно. У нас сейчас готовятся фестивали, выступления. Так что работы море, еще один сингл нужно дописать. И все, мы будем... И продвигать альбом, продвигать. Заметьте, ни слова об отдыхе, фестивале, концерты, позитивно, на работу, как положено творческому человеку. Да, с улыбкой. Ребята, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что, проделав огромное расстояние из Гродно с пересадкой в Минске, вы добрались к нам на добрый вечер. Гомель. И вы позитивные. Я вам желаю творческих успехов. Дорогу к нам теперь вы знаете, так что знаем. Будем рады видеть снова вас у нас в гостях. Всем же спешу напомнить, завтра будет новый вечер, он, безусловно, будет добрым. Ну, а этот вечер завершится, конечно же, на музыкальной ноте. Я бы хотел, чтобы прозвучала песня, которая так и называется «Позитивно» из вашего альбома. А мы хотим тебе сказать спасибо и всем зрителям за то, что вы сегодня с нами в такой прекрасный вечер. Вы самое классное, и позитива вам. Маэстро, прошу. Утро нового дня и новые заботы, но только не для меня, ведь я ушел с работы. В холодильнике моем просторней, чем вчера. В режиме перезагрузки это новая игра. Я радостно вздохну, я словно начал жить. Я лягу на траву, и некуда спешить. Синоптики, шаманы мне погоду обещали. Не страшно, не страшно. И пусть на трамвай и на метро нету денег. Не важно, не важно, утром выпью
чашку кофе и настроюсь позитивно. Даже если дождь и ветер, и на улице противно. Плевать, если протоптались в моих кедах дыры. Выпью чашку кофе и настроюсь позитивно. И настроюсь позитивно. По оживленным пойду улицам города, каждому улыбнусь, всем без повода. И пусть прохожий каждый думает, что я дурак. Не страшно, не страшно. Я все чаще поднимаю кверху голову, любуюсь на облака, и это здорово. И каждый день я проживу вот на последний раз. И пусть на трамвае, на метро нету денег. Неважно, неважно. Утром выпью чашку кофе и настроюсь позитивно. Даже если дождь и ветер, и на улице противно. Плевать, если протоптались в моих кедах дыры. Выпью чашку кофе и настроюсь позитивно. Позитивно. И настроюсь позитивно. Во-о-о, во-о-о. Настроюсь позитивно. Во-о-о, во-о-о. И настроюсь позитивно. Утром выпью чашку кофе и настроюсь позитивно. Даже если дождь и ветер, и на улице противно. Плевать, если протоптались в моих кедах дыры. Выпью чашку кофе и настроюсь позитивно. И настроюсь позитивно. И настроюсь позитивно.